Так. На примере данного двигателя покажу, как поменять смазку. Но для начала его нужно отмыть. Так что устраиваемся поудобнее. И берем побольше тряпок и полотенец. Так, капнем немного фейри. Подшипники менять не будем, хотя со временем их здесь нужно менять. Они считаются расходным материалом. Так, крышечку немножечко оттерли. Едем дальше. Такой ТО желательно проводить перед каждым сезоном, либо перед хранением долгим, а потом, если вы планируете использовать. Вот он уже у нас стал похож на двигатель, немного чище. Так. Периметр. Раскрутим крышку. Редуктор. Теперь нужно подорвать крышку.
Аккуратненько снимаем. Вот это вот характерная выработка шестерни. Изменила цвет смазки. Ну и убираем смазку сама. Подшипник здесь вытаскивается довольно-таки без особых усилий. При замене важно учитывать размер, а не ставить абы какой. Они запрессованы, но не сильно. Поскольку мы их не меняем, а меняем только смазку, поэтому нам надо аккуратно все вытереть. Остатки старой смазки. Обезжиривателем. Ну и дальше ветошью. Здесь самое ценное — это под прокладка вот эта вот. Чтобы ее не вырезать, с ней нужно быть поаккуратнее. Thank you.
вот такой смазкой будем пользоваться. Ну и вытирая, осматриваем на выработку. Шестерня нам еще послужит. Главное не забивать много смазки. Смазки в редукторе в этом должно быть, ну, такого типа, должно быть не более 1/4 от общего объема. Удаляем старую. Подшипники не тарахтят, не бьют. Довольно-таки нормально еще отходят. Смазки. И будем закрывать. Чуть-чуть провернем. Вот. И все, стало на место. Пришло время закрутить и ставить на место.
закручиваю ее на 15 делении. В принципе, на том, на котором откручивали, добавляем единицу. И по диагонали можно закручивать. А теперь протягиваем. Ну вот и все.